Медиков республики в этом году ждут два повышения зарплаты – к 1 октября и к Новому году. К осени врачи и медперсонал с высшим образованием должны получать 180% от средней зарплаты в Чувашии. А к январю следующего года это соотношение должно вырасти до 200%. Данные о среднемесячной заработной плате руководителя медицинских учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров теперь будут публиковать на сайтах организаций.